Спасибо, спасибо, Дон Адольфо, вы так добры, спасибо. Если хотите, можете поесть здесь, Огонек. Нет, нет, нет. Если вы не против, я поем в сарайчике, чтобы никому не мешать. Как хотите. Спасибо, не за что. Всего доброго, до свидания. Добрый вечер. Здравствуйте. Как дела? Альдо дома? Да, он как раз спускается. Я могу пройти? Конечно. Том, как поживаете? Рад тебя видеть. Я заходил на предприятие, хотел с вами поговорить, но вас не оказалось. Решил заехать домой. Есть новости? Важные. Новости отличные. Прекрасно, проходи. У меня есть группа серьезных инвесторов, которые готовы вложить капитал в местные предприятия. Это люди из Цинциннати и Огайо. Не знаю, слышали вы о них или нет, разумеется. В общем, они хотят вложить деньги. И мне кажется, ваши предприятия для этого подойдут. Какие-то конкретно? Я подумал о производстве сотовых телефонов. Вы один из главных поставщиков в Латинской Америке. Отлично. Ты очень кстати. Моя жена заболела, и мне пришлось бы ужинать одному. Ты не составишь мне компанию? Да, конечно. Тогда я попрошу поставить еще один прибор. Хорошо. Кто там? Кто там? Чтобы расслабиться и поговорить о делах, нет ничего лучше виски. Я с вами согласен. Твое здоровье. Спасибо. Извини, звонят. Нет проблем. Да. Я слушаю. Все под контролем. Хорошо. Пока. Адольфо. Вы меня звали, сеньор? В саду какое-то странное движение. Сходи, проверь. Это, наверное, садовник. Он собирался поужинать в сарайчике. Ну ладно, если так. Но я все равно могу сходить посмотреть. Да нет, не беспокойся. Никакого беспокойства, сеньор. Извините. Итак, надеюсь, что все пройдет, как планировалось. Выпьем за это. Огонек. Где вы, Огонек? Огонек. Кто вы? Что вы здесь делаете? Готово, шеф. Хорошо. Смываемся. Мне сказали, что с ужином заминка. Мы пока можем прогуляться по саду, если ты не против. Да-да, идемте. Идем. Дайте мне закончить. В отдел иммиграции приходит тип. Волосатый, с банданой и с обезьянкой на плече. Его спрашивают. А у животного есть документы? Обезьянка смотрит на хозяина и делает так. Нет, вы представляете? Гордель, я извиняюсь. Извините, Гордель, не обращай внимания. Он с такой бородой.
Это же классика, понимать надо. А я могу рассказать? Давай. Этот будет без бороды, хотя и старый. Что-то Яго задерживается. Ты права. Яго! Мне понравилось. А какой больше всех? Яго! Ладно, схожу за ним. Наверное, он не может найти аккордеон. А я еще расскажу. Давай. Это будет последний. Яго. Яго. Куда он подевался? Если вы к сеньору Альдо, вам придется пройти в сад. Он там с гостем. Нет, нет. Или я за ним схожу. Луиса, я к сеньору Адольфо. Ясно. Я ему скажу, извините. Спасибо. Немного прохладно? Да. Но все равно здесь красиво. Это верно. Я говорил о том, что мы планируем иметь 37-38% годовой прибыли. И это только за первый год. Это очень высокая цифра. Разумеется. Правда, у нас ничего не бывает гладко, но в итоге все решается. Да, в этом отношении в стране мало что изменилось. И не изменится. Альдо, да. Что такое? Там на земле кто-то лежит. Адольфо! Адольфо! Что с ним? Адольфо, что с тобой? Адольфо! Что произошло? Что здесь случилось? Успокойтесь, Альдо. Адольфо, что с тобой? Не надо, не надо. Альдо, поднимитесь. Что случилось, Адольфо? Что случилось? Тащи, Моно, тащи! Брось его там. А теперь дай мне его руку. Давай. Вот так. Держи крепче. Отлично. Не хотел бы я оказаться на его месте. Ну ладно. Мы свое дело сделали. Поехали. Все, поехали. Фильм озвучен телекомпанией РЕН-ТВ.